Здравствуйте, уважаемые коллеги. В преддверии предстоящего Нового года разрешите поздравить вас с наступающими праздниками, пригласить на очередной образовательный курс, который проводит ваш покорный слуга Воробьевский Александр Анатольевич, аккредитованный психиатр, психотерапевт, детский психиатр, детский психотерапевт, многие годы работающий в системном семейном подходе, и Воробьевская Гузель, семейный психолог. Курс носит название «Стратегии когнитивно-поведенческого подхода в семейной системной психотерапии». На этом курсе вы получите наиболее полное представление о том, что из себя представляет системная семейная психотерапия, об основных когнитивно-поведенческих подходах, используемых, так скажем, на стыке методов, каким образом происходит диагностика непростых случаев, об основных концепциях и механизмах работы с семьей и парами, а также об условиях проведения семейной психотерапии с участием детей, где вас подробно с этим познакомит Воробьевская Гузель. Почему детская психотерапия выделяет ребенка как особый тип клиента? Дело в том, что характер становления детского «я» он нестабильный и постоянно развивающийся. Более того, дети, они зависимы от родителей. Зачастую мотивация к психотерапии исходит не от самого ребенка, а от родителей. И зачастую социальный запрос, к которому семья приходит за помощью, за психологической консультацией, она обусловлена скрытыми причинами и отнюдь не истинными. И именно дети являются экраном для проекции скрытых супружеских и семейных нарушений в семье. Да, и своего рода лакмусовой бумажкой, которая позволяет достичь глубины проработки тех проблем, которые несет на терапию семья. Каждый блок занятия будет сопровождаться подробным разбором терапевтических случаев. Мало того, пятый блок, он фактически полностью посвящен разбором психотерапевтических случаев и конкретным когнитивно-поведенческим методам, применяемым в семейной системной психотерапии. Спасибо за внимание. Приглашаем вас. Приглашаем.